Быстрый прогноз на сегодняшний матч испанского чемпионата Лас-Пальмас против Вильяреала. Я решил поставить x2 плюс тотал меньше 3.5 за 2.07. В принципе, коэффициент хороший. Вообще, победа хозяев и гостей оценивается на данный момент одинаковым коэффициентом. Я считаю, что Вильяреал в гостях не проиграет. Давайте для начала обоснуем именно эту ставку. Во-первых, в 13 играх Вильяреал всего лишь потерпел 2 поражения. Причем от более серьезных клубов. Последние 7 гостевых игр Вильяреал не знает поражений, хотя встречался с достаточно серьезными клубами. Более того, Вильяреал даже не проиграл Реалу в первом круге в гостях. В принципе, Вильяреал набрал хорошую форму, команда уверенно играет как дома, так и в гостях. Лас-Пальмас, в принципе, домашняя команда и действительно они дома хорошо играют. Но, к примеру, в последних 3 матчах команда потерпела 2 домашних поражения. В предыдущем домашнем матче победили у Сосуны, которая однозначно лишится прописки в высшем дивизионе Испании. Но если брать встречи с топ-6, а Вильяреал входит в этот топ, то Лас-Пальмас не держал дома ни одной победы. Плюс нужно учитывать турнир и мотивацию. У Вильяреала она есть. Вильяреал еще может пробиться в Лигу чемпионов. Лас-Пальмас расположился в середине таблицы, и такой мотивации у них побеждать нет. Что касается Total меньше 3.5, во-первых, в последних 3 играх между этими командами Total меньше 3.5 проходил. Также важно понимать то, что Вильяреал в гостях играет очень низовые матчи. В 13 гостевых играх было забито 14 мячей и пропущено 7 всего лишь. То есть Вильяреал достаточно очень собрано играет в гостях. Если брать команды, которые умеют хорошо играть дома, во всех этих матчах Вильяреал играл низовые игры, и там проходил даже Total меньше 2.5. Лас-Пальмас тоже не скажу, что очень забивная команда. Да, вот были матчи со Сосуной, команде, которая забивает все подряд огромное количество мячей. Но в целом за 14 домашних матчей было забито 26 мячей, 14 пропущено. То есть Лас-Пальмас тоже не так часто пропускает, но и мало забивает с топ-командами. Поэтому мой прогноз на данное событие x2 Вильяреал плюс тотал меньше 3.5 за 2.07. Всем успехов! Если вам понравился прогноз, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте заходить в мой паблик, там тоже будет много интересной информации, которую я не выкладываю на своем YouTube-канале. Напоминаю то, что в своих прогнозах я всего лишь выражаю свое собственное мнение, а не призываю вас на что-либо ставить. Поэтому в идеале вы должны сформировать свое собственное мнение. Футбол, он тем привлекателен, что порой в нем происходят неожиданные события. Поэтому иногда даже самый разумный прогноз не всегда может зайти. Но на дистанции я в плюсе, чего желаю вам. Ставьте с умом. Успехов вам!